Друзья, всем здравствуйте. Перед вами Кирилл. Кирилл наш клиент. Он у нас в свое время покупал автомобиль. Я лично с ним работал в то время. И мы продолжаем с ним общаться после того случая, так скажем, покупки. Кирилл, еще раз привет. Приветствую. Больше года назад Кирилл приобрел у нас Hyundai X35 2011 года. И сейчас он поделится с нами своими впечатлениями о том, как вот тогда я с ним и наша компания поработали, и расскажет, что сейчас с машиной через год. Рассказывай. Ну, всем известны муки выбора. Вот. У меня было тогда, уже больше года назад, желание или купить X35, либо X-Trail. Я, наверное, недели две потратил, каждый день ездил, смотрел. И, собственно, на том же дроме я не обращал внимания на объявления такие рекламные от организации. Mm-hmm. Я почему-то очень скептически к ним относился. После двух недель я нашел всего лишь одну машину, которая была более-менее X-Trail, причем нашел ее на рынке. Которая была, на Петухова? Да, которая была в нормальном состоянии. Действительно хорошая машина, ее откуда-то тоже пригнал человек. Я думал, ну ладно, еще маленько, если я ничего не найду более-менее достойного, то возьму этого X-Trail. И потом как-то накопилось несколько объявлений вот на том же дроме от, по-моему, вашей РТРДМа. Думаю, ну просто съезжу хотя бы посмотреть, что это такое, потому что я не думал, что там, во-первых, что это там нормальный какой-то сервис, и там ребята, там, не знаю, прям по-честному все занимаются. Вот. То есть было такое четкое мнение, да, что как бы туда лучше не ехать, но все-таки решил заехать. Да, потому что уже как бы больше нечего смотреть было в городе. Потому что некоторые иксы, которые я смотрел, это было такая, ну просто рухлядь. Угу. У кого-то там очень плохое состояние, кто-то прям уже видно было, что уставшие движки, там скрученные пробеги. Я на всех поездил, все по-разному вообще. У всех такое ощущение, что некоторые просто убивались целенаправленно, за некоторыми просто не следили. Вот, а я такие, ну, как бы для себя я такую машину никогда уже не возьму. Uh-huh. Вот, а когда приехал к вам, посмотрел, там спросили по бюджету, какой у меня. Показали, что есть три автомобиля, подходящие по погоду и по деньгам. Вот, два посмотрел, что-то мне там, я не помню, не понравилось, а потом сказали, что еще есть в красном цвете. Да, красный цвет тоже. Никогда в жизни не задумывался про красный цвет. А тут говорят, ну ладно, вот есть красный. Говорю, ну что, ну красный, да и красный. Посмотрел, вроде ничего, хорошее. В общем, понравилось. Ездили на диагностику тогда, откатили. Но станция была, то есть ты сам выбирал ее? Да, я тут съездил на какую-то ближайшую станцию, уже даже не помню какую. Там на вибростенде, на компьютерную диагностику сделали. Угу. Ну, там сказали тогда, что надо что-то... сказали, что стойки задние подуставшие. Вот, и датчик горел, один колесо типа спущенное там у него. Mm-hmm. В колесах эти стоят датчики давления шин. Ну, я тогда подумал. Ну и, короче, решился. В общем, не пожалел. Тем более, потом сразу же я тогда ездил на Рио. И Рио отдал вам... Вы ее там за две недели продали. Да, мы еще... Кирилл потом воспользовался услугой комиссионная продажа, и мы достаточно быстро машину продали его. Да, получилось так, что у меня было Рио на палке, я всем еще тогда хвастался, говорю, приехал, когда ты мне рассказал, что приехал человек, который хотел купить в кредит новый Солярис, а вы ему продали, говорили на Рио на палке бэушную. Ну, здорово, что мне тогда, во-первых, это сэкономило сильно время, потому что я... по работе тогда был очень сильно занят, и мне этими продажами заниматься вообще не хотелось. Mm-hmm. Вот, и условия мне очень понравились тогда. Понятно. Ну а вот скажи, вот уже больше года ты едешь на машине, знаешь, как бывает, купил машину, вроде как бы все красиво, все хорошо, а потом начинаешь ездить, то вылезло, все вылезло, там, то сломалось, там, как бы, знаешь, огрехи предыдущей эксплуатации вылазят. Вот с этой машиной были какие-то проблемы? Ну, у меня изначально был шум где-то сзади, в какой-то стойке, подзынькивало что-то, и я никак не мог найти это долго. Там приеду на диагностику, говорят, все хорошо вроде, все нормально. Причем даже я потом вторично приехал, говорю, надо стойки, наверное, менять, уже в Honda Civic обслуживаюсь все время. Вот, и они меня проверили, диагностику, говорят, это нормально, говорят, пока еще ездить можно, в общем, пока там не начнут они это уже умирать окончательно, пока ездите. А что было за бринканье, никто не мог это понять. А вот тут недавно на крайнем этом то мне показали задняя опора, у нее один из линков
отвалился. Там прямо такой уголок приварен, и уголок отвалился. И, видать, линк просто бил в заднюю опору. Ну да. И звук этот был. А так-то по агрегатам все целое. Вот. А найти, ну так, видать, ни у кого глаз ни разу не падал. Вот, поменяли опору, вроде нормально. Это получается за весь срок твоей эксплуатации единственная такая проблемка. Да, все остальное только расходники я менял. А насколько я помню, машина же вот эта, она была не новосибирская, а с другого региона. 33-й регион, Владимировская область, по-моему. Да, вот просто есть, знаешь, мнение, что машину, ну, многие пытаются взять новосибирскую, ну, наши новосибирцы, да, либо из ближайших регионов. Вот у тебя по этому поводу есть какое-то мнение, что из другого города? Ну, в Новосибирске будете искать долго. А, ну да, кстати. Это мое личное мнение. Ну, вообще, мне, на самом деле, и регион не настолько сильно важен, вот. Главное состояние автомобиля. В принципе, вот по пробегу ее, вроде очень похоже, что у нее нормально. Настоящий был пробег. У нее было, когда я брал, по-моему, 62, 63 тысячи. В принципе, и двиг чувствуется. Даже, ну, состояние все там. Допустим, кожаное сиденье тоже видно. Если она там уже просиженная была бы, да, или там руль затерт, или еще что-то. Ну, в общем, в целом, очень похоже на правду. Ну и там по дилеру, я пытался ее пробить по дилерам, где она обслуживалась там, но у меня не получилось. А 11-й год, как мне объяснили, они еще не с такими мозгами, которые их сохраняют там как-то умно пробег, что там если скрутил, то можно все равно компом проверить. Тут, к сожалению, так не проверишь, ну так что так, только косвенно. Понятно. Ну вот последний вопрос тогда тебе. Уже прошло много времени, конечно, но тем не менее, может быть, есть у тебя какие-то рекомендации, пожелания, может, что-то нашей компании надо улучшить, чтобы в будущем мы с клиентами лучше работали? Не знаю, мне кажется, рекомендации будут не вам, наверное, а больше покупателям, что ломайте свои стереотипы, смотрите весь выбор, весь рынок, потому что там, кто-то считает, что хорошие автомобили только с рук, на самом деле не всегда это так. Вот, поэтому есть смысл просто ездить, смотреть все, что вам нравится, и найдете обязательно свой автомобиль. Ну а вашей компании, что, процветание, в принципе, у вас не очень понравилось и в качестве обслуживания, и не очень, знаете, тогда, что запомнил, что это было ненавязчиво, потому что приезжаешь на тот же рынок, тебя там начинают прессовать. Я вот тоже думал, сейчас я приеду к вот этим ребятам, и там начнется вот это промывание мозгов, там прессование, вот это бери, там надо тебе, но не надо, а тут как-то было более в свободной форме. Вот смотрите, вот у вас есть машины, под вас подходят вот эти. Смотрите спокойно, мы вас вообще не трогаем. Вот это мне очень понравилось. И я там в свое время там с фонариком там полтора часа провозился, все. Дальше как бы уже, ну, не ко мне было, а от меня было все. То есть я сказал, не надо вот на ТО съездить, не надо это. И как бы просто все это сразу на месте уладили без проблем. Очень понравилось. Ну, понятно. Ну, тогда спасибо, Кирилл, за твой честный отзыв. Все, всем пока.